вызвать по смартфону летающее такси. Uber обещает воплотить в жизнь мечту из области научной фантастики. Объединив свою разработку программного обеспечения с опытом американского космического агентства НАСА, пилотируемые и беспилотные аэротакси будут рассчитаны на 4 пассажиров и смогут развивать скорость до 322 км в час. «Мы смотрим в небеса, потому что именно там мы видим продолжение нашей миссии по обеспечению городской мобильности. Мы хотим изменить саму концепцию общественного транспорта, перевозки людей и грузов. Ведь все больше людей перемещаются по городу, и проблемы с транспортом будут только увеличиваться. Для их решения нужна революция». Тестирование аэротакси Uber обещает начать уже в 2020 году, а полноценную работу сервиса планируют запустить в 2028.